Беспарашютное десантирование с вертолета – самый эффективный метод спуска в труднодоступных местах. На высоте 20 метров спасатели отрабатывают действия до автоматизма. Нужно проверить исправность снаряжения, надежность крепления страхующих систем, ведь в реальных условиях придется поднимать на борт вертолета еще и пострадавшего. Ошибок быть не должно. Спускается веревка, она фиксируется, ну, в верхней части вертолета, спускается вниз, и получается, мы к ней фиксируемся, обматываем ее. И на ней спускается. То есть задача этого устройства удерживать нас на веревке и позволить, тем не менее, спуститься. Эту технику спасателям не раз приходилось применять на поисково-спасательных операциях, поэтому ежегодные тренировки – большое подспорье. Прилетать на помощь приходится довольно часто и в самые неожиданные места. На Белуху, по-моему, там туристы пропали. Тут же нам вертолет дали, полетели. На Мультинских озерах тоже заявка была. Тоже полетели искать их. Там тоже десантировались на гору. В 2014 году в Паводок участвовали на вертолете, тоже там людей доставали, залитых там с крыш. На акватории Оби отработали и тренировку по проведению взрывных работ. Спасатели вместе с подрывниками оценили паводковую ситуацию на сегодняшний день. Они должны сработаться, летчики и взрывники в основном. Это как в армии называют, боевое слаживание проходит. Надо удержать вертолет на высоте. Ну, 20-30 сантиметров над льдом, чтобы пока взрывники делают заряды. Ребята с этим успешно справляются. В преддверии пожароопасного и паводкового периодов такие тренировки особенно актуальны. Все этапы подобных работ находятся на контроле у губернатора края Виктора Томенко. Татьяна Голубева, Мария Мацаева, Александр Антропов. День с толком.